федеральным опытом. Добрый день. Добрый день, уважаемые любители дзюдо. Мы продолжаем комментировать первенство России среди юношей до 18 лет. И сейчас на татами продолжает борьбу весовая категория 60 килограмм, ой, извиняюсь, 73 килограмма юноши. Сейчас идет встреча Арданов Саур, Южный федеральный округ Адыгея, и Андрианов Денис, представитель Приволжского федерального округа Республика Татарстан. Я приношу свои извинения. Буквально была маленькая заминка в комментариях по техническим причинам. Вот сейчас, надеюсь, доработаем всю предыдущую часть без перерыва. И в 17 часов начнется финальный блок. Финальный блок — это борьба за медали. Вот, и борьба за бронзовые медали, и за серебро, и за золото. Сейчас на табло по времени уже спортсмены отборолись 2 минуты. И пока только замечания. Каждый спортсмен имеет по одному шида. Ну, хочу сказать, что сегодня уже борются ребята весовые категории, такие, как называется, убойные. Тут каждая схватка как последняя. То есть ребята боятся рисковать, боятся, потому что все ближе. Каждая схватка уже это следующий шаг к финалу. Вот сейчас арбитр сперва показал обоим спортсменам замечание шида. Но встречу судят бригада судей, которые еще сидят за столом, наблюдают встречу. И большинством из трех, то есть одно замечание у борца с белой дзюдо отменили. Попытка со стороны синего, но безуспешно. Остается всего секунд около 10 до конца встречи. Была попытка проведения болевого приема, но безуспешно. Если ничего вот за эти 11 секунд не изменится, хотя изменится может в ту и другую сторону. Эта встреча завершилась. Сейчас арбитр дал команду, чтобы спортсмены перевели свою форму в порядок. Согласно этикету, спортсмен, арбитр перед тем, как объявить победителя качи, должен привести в форму спортсмена, должен привести форму в порядок, и после этого арбитр объявляет победителя.
Это есть этикет дзюдо.